Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. За 20 дней апреля в Кирове произошло 11 наездов автомобилей на пешеходов. Один человек погиб, информирует госавтоинспекция. Два таких ДТП случились на нерегулируемых переходах. Чаще всего машины сбивают людей по понедельникам. Наиболее опасное время с 8 до 9 утра. Средний возраст пострадавших, в основном это женщины, около 30 лет. Трасса 101. Правительство России предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили любым доступным способом. Делать это можно будет, если есть угроза жизни граждан. При этом стражи порядка не будут нести никакой ответственности за причинение вреда имуществу граждан либо организаций. Еще одно основание для проникновения в автомобиль – предотвращение преступлений при массовых беспорядках или чрезвычайных ситуациях. Трасса 101. На Ульяновском автозаводе готовятся начать выпуск двухтопливной версии внедорожника «Патриот». Автомобиль оборудовали специальными форсунками и баллоном под метан. Мощность движка ожидаемо упала – 126 лошадей на газе против 150 на бензине. Но, уверяет производитель, экономия на горючем будет существенной. Оснащаться битопливный «Патриот» будет только механической коробкой передач. Когда он поступит в продажу, неясно. Трасса 101. Рамный внедорожник Avail H5 будет стоить в России минимум 1 миллион 99 тысяч рублей. Дорожный просвет у машины чуть более 20 сантиметров. Она комплектуется 2-литровым бензиновым турбомотором в двух вариантах форсировки – 150 и 177 лошадей. Трансмиссия – шестиступенчатая механика. Привод полный с электронным управлением. В базовой комплектации присутствуют, например, климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийная система. Более дорогая версия обладает, в частности, кожаным салоном. Трасса 101. В Южной Корее на испытаниях замечен 7-местный Hyundai Creta. За счет увеличения колесной базы салон кроссовера стал просторней, а длина кузова приблизилась к 5 метрам. Среди прочих внешних изменений – другая решетка радиатора и прямая крыша, что увеличивает пространство над головами пассажиров третьего ряда. Будет ли новинка продаваться в России – неизвестно. Цены на Creta сейчас начинаются от 972 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.